Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя диета огородника, в меню которой ежедневно присутствуют наши овощи, которые мы сейчас осенью заготовили, или капуста, или морковь. Вот сегодня у меня среда. Среду очень люблю, потому что это... Не потому что я люблю морковь, а потому что люблю сыр. Среда — это сырный день, в тот день, когда у нас на обед морковь отварная с сыром. Вот сегодня среда, 2 ноября, но вы увидите этот ролик в следующую среду, потому что я сейчас все это съем, а видеоролик выложу в следующую среду. Почему я люблю этот день? Ну, он ничем особенным. Такой же рацион. Утром я выпила кофе, потом один раз попила чай. Сейчас у меня будет обед морковь с сыром. Вечером я буду кушать яблоки. Яблоки можно кушать столько, сколько захочешь, так что голодная я спать не лягу. Но вот этот сыр я люблю. Но я, во-первых, по китайскому гороскопу, по китайскому календарю, я крыса. И все, вот которые там описаны, это характерные признаки этого знака, все во мне присутствует. Люблю делать большие запасы в подвал на зиму. Очень люблю сыр. От одного запаха сыра мне хочется съесть. Я могу хоть сколько моркови съесть, лишь бы здесь присутствовал сыр. Как и все другие блюда рациона, приготовление наипростейшее. Я отварила 2 крупных моркови. Вот для таких блюд я использую морковь переростки. Видите, вот тут видно сердцевина. В салаты их уже не будешь употреблять, потому что они не очень вкусные в салате. А для отварных блюд они идут. Вот 2 больших отварных моркови почистила, порезала. Порезала кубиками сыр. Все перемешала, разогрела в микроволновке до такой степени, чтобы сыр был теплым, поплавился. Все, сейчас я все это съем. Я беру себе, накладываю больше, но съесть я никогда не могу, потому что жир... Ой, сыр он калорийный такой, мне этого хватает. И вот половину я ем, половину остается там, ну, в собачью кастрюльку. Все. Это 3-й день диеты, среда. Морковь с сыром. Все, пока, до свидания. Готовить все блюда очень просто, очень быстро. У вас освободится много свободного времени. Но так как я готовлю на 2 стола, вот мужчинам, которые с работы придут, и себе отдельно, у меня времени нисколько не освобождается от того, что я готовлю себе. Но вообще, если, например, вы будете готовить только себе, то это будет все очень-очень быстро.